Всем привет, ребят! Продолжаем трешечок. 42-е древнее. Состав у нас тот же. 20-е прорывы, топовые герои, оживы, рунами, фракционные эмблемки. Ну, то есть эмблемы. В принципе, вот так вот. Так, смотрим, что тут. Тут Фрейка у нас сбоку, отлично. Тащим ее на себя. Выкидываем всех. И смотрим. Розалинда просто нереальная, я вам скажу. Честно говоря, в шоке. Ой, Хрон включился. С того, что она чудит, как она сливает героев. Это просто нечто. Это просто вау. Нереально крутая. Так, хорошо. А вот у нас Фрейя есть. Давайте вот так вот. Отсюда будет даже удобней. Ну, как видите, то есть тут проблем с прохождением уже, с такими прокачками нет. Эу-эу, живем, не сливаемся. Не будьте нубяхами. Фига себе. Вы чё? Жестко. Ну и там у нас Бигфута вижу. Так, пробуем еще разок. Я помню, раньше выкидывал Фрейя, она только хлоп сдохла. Сейчас выкидываешь, она нормально себе танчит. Такими жизнями. Вот, отлично, Розалинда включилась. Это радует. Так, кто у нас там так шатает? Вроде и не должны так проседать, но все равно, смотри, что-то подсливается. Так, нам главное тут Хрона ушатать. Самая большая проблема у нас будет. И Бигфута есть. Так, Розалинда, не дохни. Дохнуть не время. Ай, блин, Хрон включенный. О, есть, отлично, красавица просто. Так, Биг, в принципе. Ой, немножко не туда побежали. Ай, ну чё ж вы так разделились, ну. Ну, это ужасно. Блин, обидно. Вот из-за того, что разделились, они сейчас сольются. К сожалению. А если бы не разделились, то было бы все вообще огонь. Так, пробуем еще разок.
Самое основное, как бы, на данный момент, это чтобы Розалинда была всегда жива. Она, в принципе, шатает тут любого героя. То есть она сливает там Бигфутов и всех остальных Фрей. Ей это не страшно. Но единственное, что она ушатывается об отражалку, в таком случае тут лучше вот опять ставить ей новый этот доспех. Потому что, как видите, ну реально чисто на отражалках сливается Фрей, ее убить толком не может. Опять разделились, блин. Давай, 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 топай туда наверх. Отлично. Ну, посмотрите, что она чудит. Ну просто нереально. Она сносит все, всех и вся. Вот так вот, ребятушки. Так, у нас остался один хрон, который может сейчас нам все испортить. Если мы его вовремя не убьем. Вот так вот. Просто на изи. 42-е. Налегке. Сказал налегке, и сейчас еще не успеем убить Фрейю. Это будет, конечно, смешно. Двадцать три секунды. Что за дичь творится? Фрейка, давай тащи. Я в шоке, ребят. Офигеть. Жесть просто. Не отпускает нас это древнее. Это, конечно, реально жестко было. Опять слилась, ну что хочешь с ней делай, сливается и все. Надо, наверное, ей все-таки выживание поставить, не париться. Попробуем вот такой вот вариант. Может, зайдет. Посмотрим сейчас. Странно, как-то дерево ушаталось быстро очень.
Ну, в принципе, с выживанием посмотрите, смотрится намного. Смотрелось. Все равно слилось. Да. Блин, обидно, конечно, такой заходит был. Я уже думал, все. Минотавр просто красавчик. Не, все равно с выживанием тоже, как видите, сливается. Что с фракционным, что с выживанием. Ладно, попробуем снизу забежать. Что-то Минотавр башню вообще не снес. Вот, вот так вот. Блин, Минотавр, конечно, радует на максимальной прокачке. Так, держимся, держимся, ребятушки. Только хлоп и все. И не стало -2. Да. Включил синхрон, и на этом все закончилось. Давай, включайся, Розалинда, где ты там? Вообще нереально просто. Миссанули. Фига себе. Минотавр дал мисс из-за вольта. А теперь он нормально ударил. Да, тут, конечно, как видите, не хватает нам выражения для подхила. Либо Гаргула. Thank you.
Блин, ну Фрея, конечно, там жирная. Ай-яй-яй-яй-яй. Непонятно тут, откуда лучше заходить. Со стороны хранителя или со стороны Фрей. Блин, долго они Фрейю, конечно, бьют. Нереально долго. Жирная она здесь. Нифига себе. Ладно, давайте не будем мучиться. И у нас что-нибудь получится. Возьмем с собой. Попробуем вот так вот ворожая потестировать. С ворожаем, я смотрю, милое дело. Хоть держится героя немножко. Правда, ворожай не держится нифига. Бедовая. Мне получше, получше однозначно. Тут и урона прибавилось. И отхил есть, которого так не хватало. А теперь нет. Насильно его еще резнуло разок. Теперь все. Блин, разбежались опять. Эх, опять разбежались. Ну чё вы поразбегались, ребята? Хотя, в принципе, может это и к лучшему, что разбежались. Не так уж и далеко они разбежались. Так, надо до Фрейя добежать. Отлично, красавчики. Ох, Ник, ну куда ты полез? Ничего себе. Ну, ребята, смотрим. Они сейчас опять не убьют ее, наверное. Это, конечно, будет смешно. Там еще Бигфут нас ожидает в конце. Секунд, не, нереально, наверное. Они не успевают просто Фрей убить. Даже если там и затащит. Просто не успевают убить Фрея. Рано. Хорошо. Давайте ворожая уберем.
Попробуем вот так вот. Может, так повезет, будет блочить там, где надо. Хотя я, в принципе, в этом очень сомневаюсь, что он доживет до конца. Ну, как бы Ара сам по себе хорош, то что он будет... И все-таки не доживет он до конца. К сожалению. А хотелось бы. Пробовать Анубиса как вариант. Думаю, смысла нет. Может, Асурика. В принципе, почему и нет. Асура не будет давать включаться многим. Плюс дополнительная отражалочка. Вполне. Ну, вроде сейчас неплохо идут. Но опять же, тот же самый состав. Вопрос, что они, скорее всего, не будут успевать убивать Фрейю. Хотя, если все вместе пойдут, то успеют. Если нет, то будет то же самое, что и в предыдущий раз. Да, ребята, блин, сори, аж закашлялся уже. 2 часа на три древних. Но зато прошел. Блин, а сейчас круто зависли. Все живы почти были. Были почти. У кого-то фига к Бигфуту часть пошла. Эти хранители — это ужас просто. Больше всех их не люблю. А было бы сейчас тут Розалина, она бы просто их разнесла всех. Но неплохо так. Давайте пробуем еще разок. Да, видите, где-то в какой-то момент не хватает именно отхила. В принципе, можно убрать стрелка, он как бы особо... Можно даже бига взять. Он тоже здесь будет очень неплох. Да, с ворожаем однозначно. Посмотрите, как герои перестали проседать. Ну, конечно, ворожай тут вражеской фракции, его сливать будут в первую очередь. Ну, то, о чем я и говорил. Never.
Вот так вот четыре героя, которые реально здесь тащат. Если бы они так весь бой до конца продержались, в принципе, без проблем. Ухник что-то как-то странно минусует. Ну, блин. Ай-я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 й. Розалинда тут уже не вытащит, к сожалению. Хотя. Посмотрите. Офигеть. Ну, почти. Так, хорошо, давайте еще кого-то добавим. Уберем Асуру. Попробовать Анубиса. Ну, я думаю, вряд ли тут что-то такое прям мега эпическое сделает. Ну, может поможет. Ну, в принципе, понизить их урон, если сам выживет. Я в этом очень сомневаюсь, но все может быть. В принципе, он тоже процентуально сносит. Да, с ним, конечно, просили вражеские герои намного быстрее. Но все дальше уже. Ну, с Анубисом, как видите, еще быстрее можно прийти. Сейчас их Фрейя подобирает всех по частям. В принципе, с Анубисом, как видите, вариант даже лучше. Вон дебил Фрейя сейчас издали подобивает, пока мы эту Фрейку будем бить. Она их просто подобивает по одному. У нас останется там только Фрейя, вражеская и Бигфут, который себя хилит. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Представьте, чтобы Розалин добила, как и Анубис по всей карте. Это было бы что-то нереальное просто. Так, блин, опять. Опять та же самая картина. Ой. Давайте уже тащите. Надоели уже сливаться. Офигеть, у нее там урона, конечно. Сейчас, если дадут хрон включиться, все, сольются. Если не дадут, то в принципе должны затащить. Охрона блокируйте.
Красавчики. Просто красавчики. Ну все, теперь осталось за 44 секунды убить Фрейю, которую они реально не убьют за 44 секунды. Посмотрите, сколько у нее там жизни. Unreal просто. И, судя по всему, надо просто тыковку брать. Без тыквы. Мучение. Просто не успеваем по времени пройти уже который раз. Давайте вместо Минотавра попробуем тыкву заюзать. Не понял. От кого ослеплялка прошла? Странно. Прям такие ослепления. Вроде Швольта рядом нету. Ну, с тыковкой, как видите. Уже и Бигфута нет. Сейчас, конечно, чтобы она выжила немножко дольше ее. Эта подземка придется налегке просто. То есть тыковка экономит реально здесь очень много времени. Разницу, думаю, вы сами видите. То есть вот так вот. Вот так вот. Такой вот состав проходится налегке, потому что я уже так 30 минут бегаю, надоело, честно говоря. Будет ржачно, если они не успеют. Хотя они должны уже успеть, я не знаю, тут в 3 раза больше героев. Но посмотрите, сколько у нее жизни. Это при том, что у меня еще руны стоят фракционные, которые дополнительно бьют. Ну, таким образом мы минуту сэкономили, считайте. Вот так вот, 42-е пройдено. Все, пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.